Всем привет, с вами Ленор. Сегодня покажу, как очистить кэш телефона. Заходим в диспетчер задач, если он у вас есть. Потом покажу, как очищать кэш, если нет этого диспетчера. Заходим в диспетчер, нажимаем очистка памяти. Выбираем ненужные файлы. И вот эту галочку убираем сверху, внутренняя память там, потому что могут быть важные какие-то файлы. Нажимаем удалить. Все, память очищена. Если вы не знаете, где диспетчер задач находится, можно зайти туда так. Настройки. Память. Очистить. Вы попадаете в то же меню. То есть я уже очистил кэш, здесь уже его нету. Если вы хотите очистить кэш только одного приложения там или двух, то заходим в приложение, еще раз приложение, и вот выбираем приложение, например, вот погода, заходим в память, и вот тут я уже очистил кэш, но здесь вот она, очистить кэш. Всем спасибо, если видео было полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.